пирожки. Мне сказал один пирожок, с которого я, наверное, начну. У шефа моего картина. За нею спрятан сейф, а в нем у шефа моего картина. На этот раз оригинал. Ах, ты в такты втаптывал в паркет ноги, танцующие по близости, танцующие по неосторожности, гости по пятам пятились, прятались, гипопотам. Его звали Кристофер Килл, и он по описанию походил на всех душегубов города. Стригся ли, бакенбарды ли брил, или отпускал бороду. Его звали Кристофер Килл, и он прогуляться ночью любил по подворотням, паркам, кладбищам. Но чего бы об этом ни говорили, он ничего не значит. Его звали Кристофер Килл. Слушая дома винил, он засыпал, заедал пластинку, и в гробовой тиши ему напевало на ухо. Потроши, потроши, потроши. Но, несмотря на все это, Кристофер Килл, мухи обидеть не находил сил. Все это просто дурацкая шутка. Он говорил и при этом смеялся. Жутко. Век лорда был короток по вине кольта, спрятанного в декольте одной из проституток Детройта, нащупавшей в темноте резную рукоять. Собравшись с духом, смогла за себя постоять. Он рухнул капли красной в рассыпную. А это бестия еще долго смотрел сквозь пулевое отверстие, из чего он был сделан. Красавицу, как марака, стрясло на электричке неприлично длинной. Досталось ей сиденье назло вокруг хлыща с песочной щетиной. Он спал, засунув краешки ноздрей в свежепечатные любовные романы, те самые, где голых королей полным-полно в шкафу у парижанок. Но тут рука дернула стоп-кран. К ногам красавицы хлыщку боем скатился. Признание в любви пролепетал, была открыта нужная страница. Красавица повыше бровь взвела, откинулась назад и простонала. Месье, только тебя мне не хватало. Иногда любовь бывает зла. А если вдруг спросят тебя, что я делал вообще где-то между 10-ми и 90-ми, скажи, что принял участие в круговороте веществ, и мне было весело, пока не стало поздно. Если вы думаете, что короче нельзя, короче можно. Скажите, к чему вам братство и равенство, когда можно улыбаться и просто друг другу нравиться? Теперь кое-что подлиннее. Поэма про одинокого горняка. Я знаю, вы любите. Бывало, вырвешь из недр огромный кусок базальта. А рассказать-то некому. Некому рассказать-то. Сколько еще у меня есть времени? Еще минуты две. Отлично.
меня несколько материалов. Рыцарь был? Да, да. Не было еще, хорошо. Давай. Хорошо. Простите, юная леди, но я верхом на медведе. И как вы верно заметили, он скушал вам левую руку. Да, то, что держала букетик, нельзя быть такой ветреной. Я бы хотел успеть и поцеловать оставшуюся. Простите, но вы не слушаете, вам важнее ужасы кровопотери, а у вас есть мечтами уши, где не ступала медвежья лапа. И кричите вы так, будто вы в беде, отчего окружающие и те могут подумать, что я злодей, а я добрый и мягкий и ласковый. Простите, если был с вами груб, говорил около да вокруг. Принцем быть тоже тяжелый труд, ведь я никто иной как. Ведь вы прекрасны, прекрасны, ведь я бы разделил с вами жизнь и смерть. Только, увы, вас сожрал медведь. Поеду-ка я отсюда. Так, давайте что-нибудь из последнего. Я имею в виду, записано последнего. Сосед горит. Дым стелет по балкону. На улице пожарные снуют. Подкину-ка ему в огонь патронов. И молча, восхищенно постою. Давайте еще один пирожок кину, раз уж. Мы вместе смотримся прекрасно. Вот я в костюме хомячка, а вот ты хомячок в костюме и лакированных туфлях. А про Марс был? Про Марс не было. А про Байскаут? Давай про Байскаут. Про Марс. Про Марс? Думаешь, я его вспомню? Ну ладно, хорошо. Сегодня последний твой день на Земле. В окошко космической кассы кидаешь монетки и просишь билет. Последний, прямой, до Марса. К ракетам тебя провожает восход по кромке сырой и мягкой. Ты веришь мечтам. Ты ступаешь на борт с корзиной полной маков. Все громче ракочет внизу теплота. Пилотов везут мотоциклы. Волнуешься шепотом, а капитан считает до первой цифры. Огонь отрывает тебя от земли на дно мирового колодца. Во тьме проступают комет колеи, а борт метеоры колотятся. Ракета спешит мимо газовых клумб, играет в каюте классика еще далеко. Ты прилипла к стеклу и трешься щекою пластиком. Как только корабль коснется плато, улягутся бури пыльные. Ты дверцу толкнешь, запахнешься в пальто, Марсу навстречу выглянешь. Где воздух скользит под боками светил, хватает тепла и влаги, поднимешь корзину и будешь идти в ямки, роняя маки. Берег. С надеждой смотрю в телескоп. Ночью земной и зимней вижу, как тысячи юных цветков вышли из той корзины. Верю, что я между прочих планет сквозь линзы и кольца кварца однажды сумею тебя рассмотреть на маковом поле Марса. Зал выхлопался. Занавес упал. Уходит фокусник курить табак в гримерке и думать, сколько дыма и зеркал нам нужно, чтобы в обман поверить, как ребенку. Спасибо.